Это действительно интересная история, и она есть только здесь, в Библии. И люди говорят: «Хорошо, если это действительно произошло, то почему никто не написал об этом, кроме Матфея?» Вы спросите, о чем это я? Матфей говорит нам, что после того, как Иисус воскрес из мертвых, гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Люди говорят, что это словно еврейские зомби, которые вышли из могилы и ходили повсюду. Что с ними произошло? Мы не знаем, что с ними случилось. Были ли они восхищены на небеса? Они просто исчезли? Прожили ли они какое-то время и умерли, и снова были похоронены? Пошли ли они назад в свои могилы? Вернулись ли назад? Я хочу сказать, что мы просто не знаем. Но это была сила смерти Мессии. Это была сила Его воскресения. Это было настолько мощно, что другие также воскресли из мертвых. Это результат Его смерти на кресте, а затем Его воскресения. И Матфей записал это. И вы скажете снова: а почему другие не записали это? Матфей записал. Есть очень-очень много историй из древнего мира, для подтверждения которых у нас есть только один источник. Даже самые важные события, иногда у них есть только один источник. Вот в чем вопрос. Матфей был свидетелем. И он пишет другим людям, которые знали, что произошло, и некоторые из них сами были свидетелями. Зачем ему выдумывать что-то подобное? Вот еще один справедливый вопрос, который стоит задать. Зачем ему что-то подобное фальсифицировать, о чем все бы знали, что такого никогда не было? Очевидно, что то, чем он делился, было достаточно известно. В 15 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит, что Иисус – первенец из умерших. Другими словами, первый, кто воскрес из мертвых. А вот и другие, которые воскресли. Что произошло после? Мы просто не знаем.